Христос воскресе! Очень здорово, что есть эта традиция у нас в районе собираться и делиться творчеством, народным творчеством в направлении, связанном с таким праздником удивительным и самым большим христианским, как Пасха. Но хочу сказать, что на самом деле все творчество, которое мы показываем внешне, это всегда было следствием внутреннего. И очень здорово, что мы можем рассказать и раскрыть и поделиться той радостью, тем смыслом, смыслом жизни, образом поведения, который у нас есть. Как говорят в восточных славянах, в восточной русской православной церкви сохранилась такая радость, которую мы храним. И какие бы внешние невзгоды ни происходили, и с Отечеством нашим, и с нами самими, всегда есть твердый якорь, твердое упование на удивительность этой жизни, на удивление этой жизни, что она никогда не заканчивается. На ценность. Ведь культура, которая есть, она передает ценности. Если мы способны через музыку, через творчество, через песни, через образы, которые вы создаете, передать ценность вот этой радости, этой вечности, соприкосновения с ней, то значит, жизнь не просто так не проходит никогда. Тогда никогда вас не будет терять радость. И радость материнства, и радость отцовства, и радость того, что вы можете соприкасаться и быть с детьми своими, которые сразу вам показывают образ вечности. Ведь это же из ничего вдруг раз появляются дети. И из ничего вдруг появляется радость. Мы же ее не видим, где она там у нас появляется. Но она есть. И вот соприкосновение через культуру нашу, которую вы здесь показываете, демонстрируете, к этой радости, к этой вечности, это, наверное, очень здорово, что мы можем это сделать вместе. Потому что так все немножко разделены сейчас. А тут вместе собрались, вместе порадовались, и частичку этого тепла, этой радости донести до своих домов. Храни вас Господь, Христос воскресе! Спасибо, Виктор, за напутственные и добрые слова.